С приходом весны актуализировалась тема благоустройства. МУП ЖЭК в Твери в круглосуточном режиме осуществляет весенне-летнее содержание улично-дорожной сети. Основные работы включают в себя механическую уборку проезжей части и тротуаров, вывоз смета и мусора, полив дорожного покрытия. За минувшую неделю была произведена механическая уборка проезжей части городских улиц общей протяженностью более 940 километров. Вывезено свыше 670 кубометров смета и порядка 47 тонн мусора. Также в ежедневном режиме проводится работа по очистке пешеходных ограждений. В настоящее время продолжается работа по уборке смета с улиц города Твери. Работают дворники по ручной уборке тротуаров. Работает техника для механизированной погрузки смета в самосвалы. И ежедневно вывозится до 100 кубометров смета. Работы будут продолжаться. Основной акцент сделан на магистральной улице, на центральной части города. Но в дальнейшем, в течение месяца, планируется закончить эту работу по всем улицам города. Кроме того, проводятся работы по помывке ограждений, а также по очистки разметки от смета, от песка. После зимнего периода будут приводиться в порядок остановки и элементы обустройства улично-дорожной сети.